Всем привет! Вы на канале ТКФТВ. И сегодня снимаю видео, которое называется «Выходные пони». И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А я начинаю! Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Опять утро уже. Сколько времени? Так, надо посмотреть. Уже 9 утра, да, уже пора вставать. В смысле 9 утра, я что, в школу? А, нет, да, сегодня же суббота, ура. Ой, как я люблю субботу. Можно делать все, что захочешь. Да, можно это даже не убирать. Потому что можно делать все, что захочешь. Ну, я уберу все же. Так. Надо мою собачку разбудить и пойти позавтракать. Надо разбудить всех. Ну, для начала. Я 5 минут полежу. Так, чтобы 5 минут. Только 5 минут. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Ой, я же забыла. Я же всегда ставлю еще будильник. На второй раз. Ладно, уже видно, пора идти. Так, ну для начала посмотримся в зеркальце. Так, сейчас. Да, надо, наверное, одеть мой ободочек. Хотя, ну, один, ладно. Что же я буду без своего этого ободочка? Он же мой любимый. Ой. Немножко задела ободок. Ну, чё? О, всё. Ободок мой один. Так, теперь бы мне пойти бы разбудить всех. Собаку забыла. Девочка моя, вставай. Молния, вставай. Ну, вставай. Вставай. Сейчас покормлю кого-то. Все, тихо, давай. А кто хочет разбудить Эпплджек? Кто? Ваф, ваф, ваф. Ну иди, буди. Ваф, ваф, ваф. Кто это? Кто это? Тил, молния, это ты? Все ясно с тобой. Видно, тебя опять позвала моя сестренка. Ну ладно. Так, сейчас. Starlight. Да, что? Это опять ты свою собаку на меня, так скажем, натравила. Да неправда, это она просто, она тебя просто очень любит. Да конечно, если бы она меня любила, это была бы моя собака. Неправда, это вообще не я. Я вообще только проснулась, когда услышала, как ты орешь на всю квартиру. Да, конечно. А что ж ты без маски уже разоделась и причесалась? Так я так все быстро сделала. Я думала, вдруг на тебя кто-то напал. Да, конечно. На меня никто не может напасть, кроме этой собаки. А мама встала? Я не знаю. Пойдем тогда маму мудить. Давайте-ка вы с молнией пойдете. Молния, ко мне! Ау. Она меня ударила. Бежим будить маму! Раз, два. Ура! Мама, вставай! Мама, вставай! А? Кто это? Девочки, это вы? Это не я, это молния. Так, все, ладно. Ой, пора вставать, сколько время? Starlight, ты где? Я здесь. Чего? Сколько время? 9:30 уже. О, уже 9:30? Ну, в принципе, нормально. Так, ладно, девочки, идемте завтракать, а потом делайте, что хотите. Ура! Ты же урок вчера сделала? Ну да, сделала. Ну, хорошо, тогда делайте, что хотите. Да, пойдем позавтракаем. Идемте, девочки. И позовите еще собаку свою, ага. Угу.
Хорошо, позавтракали. Ладно, я, девочка, всю в комнату. А я, мама, тоже пойду к себе. Я буду играть со своими игрушками. И еще что-нибудь делать. Не знаю, что. А мы тогда пойдем с моей собачкой полазим в интернете, что-нибудь еще тоже поделаем. Ну, я не знаю, ну что-нибудь будем делать. Да, сегодня... Эх, выходные, как хорошо отдыхать. Полежу, наверное, в своем ноутбуке. Хотя, не знаю. Хочешь играть? Дай попозже, хорошо, иди пока что поспи. Молодец, иди полежи. А я пойду-ка возьму свой ноутбук сейчас и буду лазить. Так, вот он, все. Открыт сейчас буду лазить. Что новенького у нас? Доча, дочь, да, что, мам? Я пойду в магазин, присмотришь за Applejack и молнией. Да, конечно. Я ненадолго. Тебе что-нибудь купить, дорогая? Нет, мам, ничего не надо. Мне и так, в принципе, все есть. Доча, защищ! А, да, мам, что? Тебе что-нибудь купить? А ты куда идешь? Ну, в торговый центр. А, мам, ты в торговый центр идешь, да? Да, она за тебя не говорила? Нет. Ну, ты что-то хотела? Да, можешь мне купить еще драгоценных вот этих камушков, ну, которые я коллекционирую? Хорошо, а тебе какой? Если будет голубенький или беленький, хорошо. А ты что хотела, Applejack? Мне пони, пожалуйста, какую-нибудь. А какую, я не знаю. Ну, пони какую-нибудь, пожалуйста, купим. Ну, хорошо, пони, так пони. Так, я пошла. Пока. Защищайтесь, ха-ха. Ой, дурдом. Так, а я пошла лазить. Спустя 2 часа. Девочки. Ой, я устала. О, мама пришла. Мам, ты что-то мне купила или что-то не купила? Я тебе купила пони, я честно, я не знаю, какие у тебя есть, нет? Ну, блин, а вдруг ты повторку принесла? Ну, вот эта вот пони, она же вроде не повторка, я не знаю, вот она, вот такая вот блестящая. У тебя же такая есть или нет? У меня такой нету. Шикарно. А где доча? Моя вторая, так скажем. Да, она у себя в комнате. Сейчас пойду эту поставлю сюда, пони. Будем с ними играть. Ой-ой-ой, светильничек чуть не упал. Хорошо, доча. Да. Давай, убивай его. А, да. Чего? Я тебе купила твой камушек. А какой? Мне не было. Там белых не было. Сказали, их всех раскупили. Вот остался вот там голубые остались и красные. А еще какие были? Какие там еще маленькие были? Но ты маленькие не собираешь. Да, я маленькие, мама, не собираю. Спасибо, я его положу-ка. О, а вот сюда. Красивый. Вот у меня еще красненький тут есть. Это, не хочешь с сестрой поиграть, а то она там одна играет, я думаю, ей там скучно. Защищайтесь! Так, давайте начинать, кто будет водить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А дальше я не знаю. Что идет после 14? Мама! Да, доча. Что идет после 14? Дочь, мы же с тобой учили. Как ты думаешь? 5? Близко. Ну смотри, давай 10 и 5. Сколько будет? 50? О. Ладно, иди пока что. Посчитай, смотри, считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Потом заново. Логично. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Нет, мам, я с ней не хочу играть. Ну, как хочешь. Я просто тебе предложила. А ты что будешь делать? Я пойду у себя посмотрю там свои вещи. Хорошо.
спустя 2 часа. Как я устала. Собака спит, отдыхает. А что же мне делать? Что же мне делать? Надо подумать так. Ладно, пойду, сестру, поиграю. Сестра. Раз, два. Что? Хочешь с тобой поиграем? Да, давай. Кстати, я там в интернете нашла такую интересную штучку. Смотри, мы можем поиграть как-то там с пони. Как вспомнить надо. Я забыла, как поиграть. Короче, ты мама, я маленькая, там еще купи мне пони. Господи, ну поиграем так уж что-нибудь. Давай твои пони поиграем. Спустя 5 часов. О, блин, а мы 5 часов играли уже. Как я устала. Уже скоро спать, надо покушать пойти. Ай, хорошо. Пойду-ка отдыхать. Ай, скукотень, скукотень. А, уже спать пора, какая скукотень. Ну что ж, давай-ка я быстренько переоденусь. Вы что, думали, я просто пони? Вы просто ошибаетесь. Так, посмотрим, что у них тут находится в квартире. Какие камушки. Собачка. Я могу здесь и пожить пока что. Пока в этой квартире не станет пусто. Какая мама купила меня. Зря я на это сделала. Подозрительная вот эта девочка. Начну с нее. Там. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Если вы хотите узнать продолжение, что будет со Старлайт и ее семьей. Всем пока.